Всем привет. Всем привет. Сегодня еду сейчас на лесопилку. Мы хотим на террасу сделать перила. В конце концов, 3 года прошло, нужно сделать перила. Сейчас поеду на лесопилку, узнаю, почем стоят те размеры, которые мы сняли. Это 3 метра на 150 сантиметров. 6 брусков нужно. Потом нужно их будет обработать, если я их куплю. Не знаю, поместится в машину или нет. Да не гуди ты. Поместятся ли они мне в машину, но, скорее всего, что должны поместиться. Ну, будет, конечно, открытый багажник, но ничего страшного. Да-да. Так, хватит. Вот, поэтому сейчас поеду, узнаю, что почем, куда, если там будет в районе нормальный бюджет, как бы куплю. Поеду, сниму деньги сначала, потом куплю, привезу, будем обрабатывать их. Но, скорее всего, что сегодня мы это не закончим. Но хоть какой-то сдвиг будет. Ну что ж, поехали. Ну что, приехали на лесопилку. Сейчас пойдем выбирать, если сегодня кто-то работает. Вообще сегодня воскресенье. Не знаю, будет ли кто-то работать. Ну вот, передо мной, за мной тоже люди заехали. Скорее всего, что я буду за ними. Там вот бусик. Вот, ну сейчас пойдем посмотрим. В общем, оказалось, там закрыто таки. Сейчас еду к своему знакомому. Он там мне что-то по поводу работы предлагал. Может, сменю. Вот, сейчас заеду к нему в гости. Ну, уже давно не заезжал. У него там какие-то проблемы были, не проблемы. Ну, в общем, семейная жизнь. Хочу к нему заехать, поговорить на часик-пол. Может, что-то из этого выйдет. Ну, в любом случае, развеется так. Может, еще по дороге увижу лесопилку, которая работает в воскресенье. Такая непонятная ситуация. Да ладно. Купил я доски, вот так вот это все выглядит. Я сейчас выезжаю с пилорамы. Вот здесь куча всего. Немножко, конечно, торчит. Окна. Ну, ничего страшного. Поэтому аккуратненько едем. Так, нужно пристегнуться, наверное. Сейчас начнет пищать, да и по правилам как бы надо. Вот, ну, едем аккуратно, осторожно, чтобы ничего не побить. Не совсем удобно ехать, скажем так. Рукой придерживаю, чтобы стекло не разбило, потому что здесь у меня вот почти впритык. И если я резко тормошу, то стекло вылетит. Вот, а вообще это выглядит довольно смешно. Еду на 4-й передаче. Но там такое сопротивление ветра, оно так задувает с таким звуком. И на каждой кочке меня все постоянно, я постоянно очкую, чтобы оно не вылетело, не, ну, в общем. Как-то так. Ну, уже осталось ехать совсем чуть-чуть, но это чуть-чуть, блин, там вообще капец. С нашей дорогой там просто невозможно. Ну что ж, вот я и дома. Сейчас буду полировать эти доски. Вот на вот эту вот террасу мы хотим сделать перила. Вот доски положил. Сейчас буду полировать их. Полировать буду болгаркой с кругом. С кругом для, для полирования. Сейчас если найду, покажу сразу. Так, тут болгарка. Здесь вот болгарка. Здесь сейчас круг для полирования бетона. Вот он. Вот. Эти круги для полирования дерева. Такая вот насадочка. Она съемная. Вот так вот на липучке. Снимается и сюда
накладывается новая, вот она закручивается на болгарку и полируется. Сейчас буду разбирать и полировать. А зачем полировать? Просто для того, чтобы убрать все вот эти вот неровности, которые здесь. Вот оно шершавое, такое вот все. Вот это должно быть максимально ровное, гладкое. Сейчас я иду за кругами. Так, и, наверное, нужно надеть очки, чтобы пыль не летела в глаза. Очки. Вот так это все выглядит. Сейчас будем полировать. Приблизительно так это выглядит. Вот теперь это выглядит вот так вот. Было вот так вот. Не знаю, вам, наверное, не видно. Зато вам будет хорошо видно мою руку. Вот. Капец. Да, я не знаю, как выглядит мое лицо на самом деле. Но рука мне... Решил надеть такую масочку, потому что пыль летит, все заходит в нос, в рот, куда угодно. Немножко потеет, но это не страшно. Как бы все видно. Сейчас будем продолжать полировать эти доски. Вы можете увидеть, сколько здесь пыли летит. И это я еще не обрабатывал я. Это все с прошлой доски налетело туда. Вот. Поэтому надел маску, чтобы, ну, меньше всякой фигни попадало туда.